Первый раз наши сегодняшние герои встретились в 1953 году, когда пошли в первый класс. Правда, тогда на школьном дворе в Казанском переулке собрались только мальчишки. Ведь в то время это была мужская гимназия номер 7. Девочки присоединились к ним ровно через год. А спустя 6 лет гимназию снесли и весь класс перевели в 583-ю школу, что на Якиманке. Школа эта находилась рядом с церковью Ивана Воина. Даже в советские времена храм был действующий. И поскольку класс учился во вторую смену, конец последнего урока совпадал с вечерним звоном. Для ребят это был знак, что через несколько минут занятие закончится. С утра же до уроков они частенько пропадали здесь. На месте этой часовни 40 лет назад был кинотеатр «Авангард» – центр внешкольной жизни наших героев. Билет стоил 1 сталинский рубль, на сеанс было практически не попасть, поэтому, чтобы занять очередь, вставали ни свет ни заря – в 7 утра. Именно здесь наши однокашники десятки раз пересматривали легендарные 13, исторический блокбастер тех лет «Седьмое пришествие Синдбада», «Звезду» и «Бродягу». Прошло 40 лет. Уже нет на карте Москвы ни самих школ, ни тех мест, куда наши однокашники сбегали после уроков. Осталась только память. Память и пожелтевшие фотографии. О том, как прошли школьные годы, о том, что запомнилось, а что вспоминать не хочется, о том, чему научились, а что так и осталось загадкой, мы поговорим сегодня. Поговорим здесь, в студии ТВС. Добрый вечер, меня зовут Егор Пирогов. Я приветствую всех, кто присоединился к нам в этом классе. Ведь сегодня наша Останкинская студия – не что иное, как класс. Класс, в котором через несколько минут соберутся бывшие одноклассники. Соберутся спустя 40 лет после их последней школьной встречи. Не нарушая школьной традиции, мы перед началом урока назначили дежурного по классу. Сегодня эти обязанности будет выполнять Геннадий Хазанов. Геннадий Викторович, здравствуйте. А действительно, есть ли что-то в школьных... Просто дежурный по классу должен вставать, когда его спрашивают. Хорошо, тем более я задам всего несколько вопросов. Геннадий Викторович, скажите, пожалуйста, есть что-то в ваших школьных годах, что сегодня не хочется вспоминать? Нет, только то, что они закончились. Мы с трудом разыскали всех одноклассников, точнее, часть класса, и мне с трудом верится, что через несколько минут они войдут в класс через эту дверь. Скажите, вот ваши ощущения, что вы чувствуете сейчас? Я вообще не люблю, когда человек, чья профессия актер, сообщает зрителю о своем волнении, но, честно говоря, такого внутреннего мандража у меня давно не было. Такое впечатление, что я иду или на первое свидание, или, не знаю, на какой-то, на премьерный спектакль. Даже боюсь, что премьерный спектакль не так волнителен. Геннадий Викторович, а как давно вы не виделись с классом? Ну, чтобы быть точным, 41 год. 41 год? Да. Знаете, как сложилась судьба кого-то из одноклассников? Ну, почти ничего не знаю, за исключением... Ну, может быть, там одного-двух человек, одного более подробно, а второго в общих чертах. Геннадий Викторович, тогда вас сегодня ждут фантастические сюрпризы. Давайте все-таки присядем. Спасибо. Потому что нам удалось подсмотреть, как не далее, как 30 минут назад ваши одноклассники встречались здесь, в Останкино. Они изменились, прошло... 40 лет, как вы точно уточнили сейчас, 41 год. Вы узнаете их? Я узнаю, но я сейчас, видно, действительно в таком волнении, что не могу вспомнить вот этого молодого человека в головном уборе. Пока не могу разглядеть, потому что он стоит профилем.
Так, а вот молодой человек подошел. Вот молодой человек, который в очках. В таких случаях говорят, где-то я его видел. А вот человек, который берет гитару. Вы в затруднительном сейчас положении, вы не можете их узнать. Не, не могу узнать. Это нормально. Ну как, конечно. Это нормально. Я не могу узнать. Но тем не менее. Я не могу узнать некоторых, которых вчера видел. Мы специально не сняли одного человека, специально не сняли и не стали показывать вам его лицо, потому что больше чем уверен, что этого человека вы захотели бы увидеть в этом классе, ну, 100%. Без этого человека эта встреча была бы просто не встреча. Как вы думаете, кто это? Батюшки мои, да что ж такое? Я с ним разговаривал 30 минут назад, он сказал, что звонок нашего редактора был для него как звонок с того света. Он потерял все контакты. Вы с ним учились до 6 класса, но были такими друзьями. Виталик. Александров. Вы не поверите, мы его нашли. Ну ладно. Приветствуйте! Лепший школьный друг. Всегдашний партнер на всех футбольных поединках, на хоккейной коробке. Виталий Иванович Александров. Вы знаете, давайте так, вы присядете вот за парту вдвоем. Будем считать, что да, у нас хорошо. Два дежурных сегодня. Да, пойдем. А Виталий Иванович поможет Геннадию Викторовичу сегодня разобраться, кто... Куда садиться? Давай здесь. Отлично, место выбрано. Виталий Иванович, на самом деле я знаю, что несмотря на очень долгие годы разлуки, вы одной вещью, которую подарил вам Гена, в свое время пользовались практически... Всю жизнь. Всю жизнь. Вот не угадаешь, что это было. Не, мне даже... Это вещь? Не, Виталик, даже идеи нет. Идеи нет. Подпись. Ну, у меня не было никакой подписи. Ну, так. Вот мы подписываем. Это я за тебя подписался? Ты за меня расписался, и с тех пор вот эта подпись, я до сих пор ей пользуюсь. Серьезно? Геннадий Викторович, раз мы поговорили о подписи, я просто хочу, поскольку школьная парта стерпит практически все, я очень хочу, чтобы и Виталий Иванович, и Геннадий Викторович оставили свои автографы, а и заодно... На парте? Конечно, на парте! Раньше мы царапали чего-то. Конечно. А нам заодно интересно посмотреть, какую роспись придумал Геннадий Викторович для Виталия Ивановича. Ну, там дальше, Алика. Ага. Вот так вот. Я долго... пытался освоить подпись нашего классного руководителя. Она потом для чего-то могла сгодиться. Я долго репетировал, как Марина Борисовна подписывалась. Значит, она ставила М, и дальше вот так, и вот так вот, вот так это было. Совершенно точно. Даже Виталий Иванович узнал. Почему я об этом говорю? Потому что на основе, значит, смотрите, значит, я стал расписываться. Научился я у Марины Борисовны. Потом Витальке завещал подпись. Вот видишь? Ну, у него красиво. Геннадий Викторович, Виталий Иванович, если дежурные считают, что класс к уроку готов, я готов дать звонок. Ну что, готово. Ну что ж, звонок и класс в студию. Не до такой степени. Здорово! Здорово! Последний раз я не знаю, что 66 раз уже. Однокашники, это, конечно, не в точности тот класс,
который был у вас на Якиманке. Но я прошу вас занимать свои места. Когда мы изучали историю вашего класса, мы как будто бы писали учебник по истории Москвы. Потому что все места, которые связаны с вашим классом, это, как правило, старые московские улицы. Это и Якиманка, и Казанский переулок, и Калужская площадь. То есть те места, которые новые москвичи даже не очень хорошо знают, а для вас эти места были по-настоящему культовыми. Там вы проводили основную часть своей жизни и до школы, и во время школы, и после школы. Я думаю, чего только стоит одно только название – «Авангард». Кинотеатр «Авангард». Если вспомнили о кино, то мне вспомнилась такая история. С Геннадием Викторовичем мы прогуливали, не помню какой урок, и смотрели один из первых фильмов, он назывался «Рапсодия». Но мы были в таком восторге, мы увидели открытый мир. И что они едят, и в чем они ходят. Геннадий Васильевич, нескромный вопрос? Вы вообще любили ходить в кино мальчишеской компании, или все-таки с вами были девочки? Ходили с девочками, ходили и... То есть девочек сейчас откровенно не хватает в этом классе? Да, да, девочек не хватает. Может быть, кто-то скажет, почему? Это потому что сейчас только сентябрь 53-го года, а девочки в 54-м году. Абсолютно правильно, потому что сначала это была 7-я мужская гимназия, а девочки присоединились только через год. Мы подглядели, как они собирались здесь, в Останкино. Поэтому мужская половина класса, вот они, ваши красавицы. Вот они на экране. Пытайтесь узнавать. Я понимаю, годы прошли. Вот они разбирают ваши старые открытки, фотографии, которые они принесли на съемку. Кого-нибудь узнали? С первого класса. Анзиак тоже получил. Понятно. Почему смешно? Я даже в гостях была у кого-то. Нет, я же... Вот это узнал со спины. Кого? Со спины. Со спины. И кто это? Наша однокашница. Ваша однокашница. Это Галина Геращенко. Это действительно Галина Ивановна Геращенко. Прошло столько лет, я приглашаю ваших девочек в наш класс. Галочка, Марина, Галочка. Ребят, я знаю, что уже будучи старшеклассниками, вы очень любили собираться друг у друга на квартирах. Собирались мы, значит, на квартире часто у Тани Решетовой. Это второй Галутинский переулок. Вот там. В принципе, тогда отдельных квартир практически не было. Вот у Тани была небольшая двухкомнатная квартира. Одна комната 5 метров, другая по 6. Это была отдельная квартира. И вот там человек 10-12 умещалось. У Нади Рыженковой была отдельная квартира. У Тани Решетовой, да, там собирались. Так. А в основном собирались где? Во дворе. А у Андрюхи Правова? Правова собирались. Почему его-то не вспоминают? У него была роскошная большая квартира. У Андрея это была не отдельная квартира. А вы знаете что? Давайте-ка у него самого это сейчас и спросим. С нами сейчас... Не надо смотреть на эту дверь. Он сейчас работает в Израиле, но это не помешало нам сделать с ним прямое включение. Все, что вы говорили сейчас, он слышал. Андрей Иванович с нами на связи. Андрей Иванович, вы слышите реакцию своего класса? Слышу, слышу, хорошо слышу. Привет всей чистой компании. Андрей Иванович, а вообще слышали Андрей сейчас кусочек разговора? По голосам, ребят, узнаете? По голосам, ну, что-то разбираю.
Ага, но самое главное, вы понимаете, кто находится сейчас в студии, если скажу, что с этим человеком вы просидели за одной партой 8 лет? Кто это? За одной партой, я помню, все дело с Володей Сергеевым. Абсолютно правильно. Ты помнишь, когда мы с тобой последний раз виделись? Где-то тоже, наверное, лет 30 назад. Геннадий Викторович, можно, Андрюш, если да, ты... Да, я слушаю. Если ты слышишь, да, так кивни головой. Ты кивал уже? Слышу, слышу. Андрюш, знаешь, прошло так много лет, что за давностью преступление, которое я совершил в твоем доме, можно, наверное, уже просто, знаешь, как говорят, таких сроков нет. Сейчас разберемся. Андрюха, я в конце 50-х годов, будучи у тебя дома, украл книжку Лагина «Старик Хоттабыч». Все эти, все эти десятилетия мне это жгло руки. Я привез сегодня сюда эту книжку. Я тебя прощаю. Жалко, Андрюха, что ты не видишь, а только слышишь. Я вот передаю сюда эту книгу, и я надеюсь, что ее тебе обязательно вернут. Прости, ради бога. Но я хотел чего-нибудь украсть самое дорогое, что у тебя есть дома. Самое... Меня велосипед не интересовал. Но когда я увидел у тебя книгу «Старик Хоттабыч», я ее спрятал. Ах, ты не видишь. Вот сюда вот. Гена, вот если сюда спрятал, Андрюх. Будут организовывать музей нашего класса. Да. Это будет, пусть это будет первым экспонатом. Все, хорошо. Ну, Андрюш, что... если ты меня прощаешь, я сяду на место. Пожалуйста, я приветствую вас. Ох! Возьмите. Хорошо. Геннадий Викторович, а сколько раз прочитали вы эту книгу? Моя соседка по коммунальной квартире, тетя Груня. Да. Она мне говорила, она в довольно серьезном возрасте научилась читать. И на исходе жизни говорила, сейчас увлекается Достоевским. И она говорит, я каждое слово 8 раз туда и обратно прочитываю. Так вот, я читал как в одну сторону, так и в другую «Старика Хоттабыча». Андрей Иванович, спасибо вам большое за то, что вы внесли такой ценный вклад в развитие Геннадия Викторовича как артиста, как личности. Мы прощаемся с вами. Огромное вам спасибо. Я еще раз поднимаю этот бокал за здоровье всех присутствующих. До встречи. Это была ребята. Израильская часть нашего класса. Приезжайте ко мне. Приезжайте к нему. Он же не израильская часть класса как раз. Он временно заброшенный на Ближний Восток. Да, я хочу. Я в командировке здесь. Вот именно, чтобы не думали, это я здесь в командировке. Ребят, скажите, а вообще можно класс разделить условно на отличников и тех, кто был откровенным разгильдяем именно в учебе, вот здесь, среди присутствующих? У нас потрясающая была ученица, вон Галка сидит, она потрясающая, она была такая точная, все уроки всегда, все было выучено, никогда, даже было противно. Противно. Приходишь, ничего не знаешь, а она такая, знаешь, у нее было выражение лица. Но ты когда не знал, ты мог вывернуться, а мы не могли так вывернуться. Я, например... Да уж, выворачивался ты классно, это я даже помню. А что делать-то было? Дело в том, что мы с Валерой Глазуновым начали заниматься химией раньше, чем химия была внесена в школьную программу. Нам необходимо было изобрести такой... такую смесь, которая бы, при помощи которой можно было убирать все плохие оценки из дневника. Я думаю, так не бились алхимики, как мы с Валеркой. Что мы только не делали, что мы не добавляли. И если вдруг пропорция нарушалась,
там дырка образовывалась. Нам нужно было выдирать страницу. После этого мы срочно бежали на Якиманку. Она еще тогда не была улицей Димитрова. Она еще была Якиманкой. Покупали 2-3 дневника и вставляли листы. Короче, к 5 классу у меня было 6 дневников. У него одного, у меня их было больше. У вас было больше. А вообще... Прятал под лестницей. Помнишь? Ну а как же? Из школы иду, у меня один дневник, в школу иду, у меня другой дневник. Каждый под лестницей, под ступеньками был разложен. Да. Потому что там приходилось очень много вырывать. Я даже вспомнил, я одно время даже свой настоящий дневник у Витальки прятал. Я прятал, чтобы его домой не донести. Я хотел бы только сказать, что все-таки, раз уж мы, может быть... Ну, в первый точно, а уж, может, и в последний раз в таком составе собрались. Как говорится, все ходим под Богом. Так вот, хотелось бы сегодня, конечно, сказать, что первым человеком, который нас заложило, просто, я бы сказал, любовь к тому, чем мы так... не всегда прилежно занимались, была Марина Борисовна. Это наша была первая учительница в девичестве Гальпериной, потом фамилию она поменяла. Она теперь живет уже довольно много лет в Бостоне. Я Марину Борисовну видел последний раз 3 года назад. Она приехала в тот концертный зал, где я выступал. Мы с ней много вспоминали о нашем классе, и поскольку мы у нее были первые, она закончила только педагогическое училище и набирала первый в своей жизни первый класс. Она не набирала, ей, мы попались, и, да, ей, мы попались ей. Первым директором, когда мы пришли в школу, была такая Мария Яковлевна Мирзаханова, и это Царствие Небесное, чудесная была женщина. Чудесная была женщина. А потом уже Аркадий Сергеевич Волков, преподаватель, фронтовик. Он был человеком выученным, военным. Все должно было быть правильным. Он был жутко строгий. Жутко. Да, у него вот примерно вот такой уровень звука. Это у него был самый тихий, с которым он общался с нами. А Юлия Ивановна, я так понимаю, была какая-то особенная личность для вашего класса. Мы Юлию Ивановну не боялись. Мы ее обожали. Обожали, потому что, при том, что она была фантастически требовательна, фантастически, но ухитриться практически всех сидящих здесь, влюбиться в предмет, вне зависимости от того, как ты настроен, как гуманитарий или как будущий там, Геннадий Викторович. Технарий. Геннадий Викторович. И все ребята, всеми бесконечно обожаемая Юлия Ивановна, она все это время, весь этот разговор была с нами, она это слышала. Я уверен, что она очень благодарна вам за эти слова, которые вы сказали, не зная, что она с нами на телефонной связи. Она не может быть с нами в студии, она действительно очень пожилая, но сейчас она с большим удовольствием с вами поговорит. Юлия Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте, родные мои! Здравствуйте, Юлия Ивановна! Здравствуйте, Юлия Ивановна! Очень тронута вашим вниманием и приглашением меня к себе. Спасибо, что вы у меня были и есть. Очень жалею, что не могу быть с вами по состоянию здоровья. Я тяжело больна. У вас был на редкость талантливый класс, который мне доставил громадное удовольствие в жизни. Рада, что вы собрались вместе. Юлия Ивановна! Юлия Ивановна, не вешайте, пожалуйста, трубочку, потому что я очень хочу, чтобы ребята успели вам сказать... Я не вешаю. Хотя бы по нескольку слов. Ой, спасибо большое. Юлия Ивановна, милая и дорогая, это Михайлин Геннадий. Ой, как мы с тобой в Звенигороде часто встречались. Ну, конечно, конечно, Юлия Ивановна. Дорогой ты мой. Милый мой, дорогой, самое главное – здоровье. Самое главное – не вешать нос и здоровье.
больше нам, нам уже вернется. В таком возрасте больше ничего не нужно. Здоровья. Ну давай, давай, говори. Говори, я сейчас Галке Геращенко даю. Это Галя Геращенко, Юлия Ивановна, дорогая моя. Я так рада, ваш голос, он не изменился нисколько. Лапочка ты моя дорогая. Я так рада вас услышать. А я-то как рада. Спасибо вам большое, ведь это вы сделали из нас вот тем, что мы сейчас, чем мы являемся. Спасибо вам большое. Я передаю трубочку Марине Кашуре. Спасибо, Лапочка. Юлия Ивановна, вы меня остались в памяти как человек очень яркий, очень красивая женщина. Ой, как приятно! Да... Юлия Ивановна, это Галя Калабушкина. Вы меня называли мечтательницей. И при всем при этом, благодаря вам, сдавая экзамены в Плехановский институт, я получила 5 по математике. Ой, детка. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, что ты у меня была. Я же говорю, я детей любила всю жизнь, а ваш класс обожала. Юлия Ивановна, ай. Это Глазунов Валерий. Ага, мы давно вы с тобой меня, не вы еще меня помните? А? Вы еще меня помните? Когда я тебя помню, я тебя на день не забывала. Никогда не забываете. Прекрасно. Ты что, дорогой мой? Большое спасибо вам за все, что вы для нас сделали. Благодаря вам я окончил тот институт, математический факультет. Хотя, когда у вас учился, это было так тяжело. Я как сейчас вспоминаю, это жуткое дело. Для меня это было совершенно жутко. Я мог 3 получить за 1 урок. Ой! Было такое, было. Ну, прости, пожалуйста. Ну, никуда не денешься. Юлия Ивановна, да. Это Варфоломеев Женя. Ой, приятно. Если вы такого помните. Ну, конечно, что это я забыть разве могу? Да, я самый хулиган у вас был. Нет, мне все, кто и хулиган, не хулиган, все любимые, все родные. Вот, спасибо вам. Ну. Спасибо вам за науку, которую вы нам преподнесли. Спасибо большое. Потому что даже и в техникум поступил только благодаря, что знал математику. Спасибо, Жень. Юлия Ивановна. Ай. Хазанов. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуй, мой любимый. Позвони как-нибудь. Как-нибудь обязательно. Ага. Вот сейчас до дома доеду и как-нибудь позвоню. Как ты выбрался-то сюда к ребятам? Я за тебя рада. Да, спасибо. Спасибо, моя дорогая. Так много вы сделали для всех нас. Все без исключения. Именно в один голос... Говорили, Юлия Ивановна, Юлия Ивановна, Юлия Ивановна. Ой, я просто совершенно убита. Совершенно убита. Я желаю вам быть такой убитой еще много-много лет. Ой, любимые мои, родные мои, спасибо вам за такие теплые слова. После этого хочется жить еще 10 лет. Юлия Ивановна. Ай. Меня зовут Егор Пирогов, я ведущий программы. Так. Я от себя лично хочу пожелать вам здоровья. Спасибо, я родной. Прочитал анкеты всех ребят, они заполняли эти анкеты перед тем, как прийти сюда. И надо сказать, что столько теплых слов, сколько сказали о вас, мы столько слов не прочитали в адрес ни одного учителя. Ой, как ты, Егорушка, меня ублажил. Не зря, значит, я жизнь прожила, след оставила. Юлия Ивановна, вот сейчас эти ребята, повзрослевшие на 40, больше, чем 40 лет, они сидят за школьными партами. Да? Именно так, да, именно такая у нас декорация в студии. Ага. Они повзрослели, поумнели, помудрели. Да. И мне очень хочется, чтобы вы сейчас, перед тем, как мы с вами простимся, да, дали им небольшое домашнее задание, с которым не знаю, справятся они или нет. Домашнее задание, самое главное, здоровье, добиться своих целей, которые они поставили в своем возрасте, быть честными, порядочными, самое главное, честными, порядочными и независтливыми. Вот это мне бы хотелось пожелать. Юлия Ивановна, большое, что поговорили с нами. Для нас это был настоящий праздник. А для меня тут какой праздник.
Спасибо большое. Спасибо вам всем, родные мои, спасибо. На самом деле тяжело после такого разговора говорить о других учителях, потому что была Елизавета Романовна. Это та учительница, которая всем вам говорила, что все вы дети кухарок и дорога вам в тюрьму. Ну было, ну что вы нам напоминаете? Понимаете, в чем дело? После того, как перед ее носом бросят эту ручку с пистоном, понимаете, и еще и подложат... А что это за история? О, что вы знаете, раньше же мы писали ручками перьевыми. Так. Вот, значит, берешь кусочек пластилина, пистончик, и нанизываешь и бросаешь чего рядом с ней. Сзади нее в основном, да? Или подкладываешь кнопку ей, да, вот, на стул. Ну, бывало такое, конечно. А вот можно по фамилиям, у кого бывало? Не сознавайся. Ну? Валерка, не, ну? Не выдавай. Ну, не выдавай. Я тебя прошу, не выдавай. Ну, 40 лет прошло. Ну, понимаете, всякое было, конечно. Не, ну я, ладно, я признаюсь. Я признаюсь, это был как раз Елизавета Романовна на 8 марта. Меня класс делегировал поздравить ее. А мы к этому моменту уже вот разработали эту систему легкого взрыва пистона с пластилином. И вот так вот я подхожу, вот так вот как Володька сидит значит, за столом. Елизавета Романовна, которая все время нам говорила, что мы в конце концов все сядем, и оказалась права. Вот так класс сидел. Значит, в левой руке у меня был букетик мимозы. А в правой вот так я держал ручку с пистоном. Я начал произносить поздравительные слова и в какой-то момент опустил эту ручку. Пистон от прикосновения с полом издал такой звук, что Елизавета Романовна с места прыгнула. После чего она мне стала кричать «Вон!», а я еще не успел ей отдать мимозу. И я так с этой мимозой под крики «Вон!» из класса все будете сидеть, а ты первый. Да. Но она была профессорская жена, она была такая очень, видно, женщина, хорошо воспитанная, и наше пролетарское воспитание ее несколько шокировало. И один раз, значит, мы договорились, не скажу с кем, потому что он сам никого сейчас не выдал. Мы с ним договорились, и я на журнал, на классный журнал, значит, пока был, во время перемены, был журнал не закрыт, и я взял блин масляный и положил на этот лист, и все отметки, все расплылось. Я еще предыдущей страничкой это все дожал, чтобы это уже промокнулось как следует. Все. И когда стали спрашивать, кто сделал, Елизавета Романовна, она практически проводила те же допросы, какие проводились на натуральном немецком языке в период Великой Отечественной войны. Никто не сдал меня. Ни один человек. Кто помнит, как звали преподавателя военного дела? Фамилия была... Галочка, микрофон! Шпец Станислав Германович. Нет! Правильно! Он, это не звали, а фамилия. Это фамилия его была. Звал? Станислав Геркуланович. Да, Геркуланович. А я в жизни звал? Встретил Геркулан его два раза. Станиславович. Но самое главное, что он был такой пронзительного взгляда человек. И когда он так оглядывал класс и встречался со мной зрачками, он произносил гениальную фразу. Есть у нас в классе кое-какие школьские элементы. Он сказал это после того, как увидел на своей фуражке вместо кокарды череп с костями. В странное время учились. За окном, в общем, бушевали события, на которые вы не могли не реагировать. Ведь на ваши школьные годы пришлось развенчание культа Сталина.
Из учебника помню прекрасно. В смысле? Гена Первый показал пример. Подожди. Портрет Сталина, когда вырывали. Когда... Портрет Сталина из учебника? Да, обязательно. Кто? Гена Первый его вырвал. А дальше всех. Геннадий Викторович Казанов вырвал первый. Да. Первым. Вырвал лист. То есть учителя это видели? Видели. И как они на это реагировали? Марина Борисовна в классе, в третьем классе это было. Ну, Марина Борисовна плакала. А не жалко было ее? Поскольку мне кажется, что это было не в 56-м, а в 57-м. Наверное, а почему, да, я так уточняю? Я скажу почему. Потому что в 57-м году моя мама получила реабилитацию репрессированного первого мужа. Ей выплатили 2 месячных оклада за то, что его в 38-м году расстреляли. А потом через 19 лет реабилитировали. И я думаю, что вот под влиянием всего этого, может быть, это было такое вот, я бы сказал, выражение детского протеста, когда в тот момент, когда мама получила эти вот 2400 рублей на старые деньги, да. Да, за 2 месяца жизни. Вот столько стоила человеческая жизнь. И я взял и вырвал портрет Сталина. У нас был очень политизированный класс. Вот это точно. И все события мы обсуждали. И мы не жили в каком-то оранжерейном режиме. Может быть, потому что мы были детьми. Может быть, потому что впереди была длинная жизнь. Нам, при том, что мы знали, что люди в конечном итоге умирают, нам казалось, что это так далеко, что это находится вне сферы, вне зоны обсуждения вообще. Это кого-то касается, но и всех, но гипотетически. И поэтому мы прожили прекрасное время, прекрасное. При том, что про это время много говорят и ужасного, и такого, и пятого, и десятого, и действительно много было тяжело. Но мы были детьми, мы учились, мы дрались. Мы ругались, мы спорили, мы безобразничали, мы баловались. Геннадий Викторович, ну ведь баловством нельзя назвать некоторые поступки ваших одноклассников. Я знаю почти детективную историю о том, когда один из вас очень активно на заборе выразил свою позицию. Вот, может быть, Галя Геращенко вспомнит? В новогоднюю ночь, 1 января 59 года, был переворот политический на Кубе. И вот тогда эти барбудосы, эти Фидели Кастро, там Че Гевара, тут же какие-то спектакли возникли в театрах, и нас, конечно, строим, там не строим, но мы должны были посетить такие спектакли. И у нас это все бурлило где-то там, это даже не воспринималось, что где-то там, это вот рядом с нами. И на одном из домов, который выходит прямехонько на Садовое кольцо, на торце этого дома глухая стена, вдруг однажды огромная надпись за ночь выросла. Куба, да. То есть это полностью соответствовало вот нашим эмоциям, восприятию нашей... Только было написано «Куба Си». А, вот, ну, наверное, кино. Так, наверное, так. А вот кто написал это? Ага. Кто жил там? Гена Михайлин. Но дело в том, что такими буквами, такой величиной были буквы, что никого другого заподозрить даже невозможно было. Он нас один возвышался на голову. Конечно. Геннадий Васильевич, это действительно были вы? Ну, вообще-то это было, да, и мне приходилось потом, ну, как вам сказать, скрываться, потому что определенным цензурным органам было очень интересно, какой же, извините, раздолбай написал 3-метровыми буквами на стене здания, которое выходит на Садовое кольцо, и мимо которого проезжают американцы и французы, потому что контакт французского и американского посольства был как раз по Садовому кольцу, и на Октябрьской они сворачивали, на Калужской бывшей. Но было событие, которое все оценивали однозначно положительно. Ну как это? 12 апреля. Ну а как же? Ведь, по-моему, было что-то невероятное в школе творилось. Ой, что было в школе? Микрофон возьмите, пожалуйста. Если я совру, вы меня поправьте, да? По-моему, это был урок литературы. Точно, точно. Так. Приходит Ирина Алексеевна. Да, да. Ирина Алексеевна, и в лице столько таинственности, вот что-то вот она чем-то переполнена. Ну мы-то шебутные, пока-то мы сядем, пока мы успокоимся. Она говорит, ребятки, ну пожалуйста, я вам такое сейчас скажу, только дайте мне слово. А кабинет ее очень неудачно располагался рядом с кабинетом директрисы.
Поэтому все, что происходило в ее кабинете, мгновенно находило отражение Ре- там. Да? То есть все слышно и видно. Химия кабинет Гены. И вот она нам... Ну, по, если вы... Я вам такое скажу. Ирина Алексеевна, какой вопрос, да? Конечно, мы будем тише воды, ниже травы. Она говорит, полетел в космос Юрий Гагарин. Господи, как не обвалилась эта школа после этого. Мы орали, всплеск эмоций был просто невероятным. Первый наш полетел в космос. И мы от... еще никто в школе не знает, а мы уже знаем. Дело в том, что ведь Якиманка, улица Дмитрова, потом это была улица, по которой проезжали все. Поэтому и Гагарин, и все делегации проезжали мимо нас. И ведь тогда не сгоняли так, как потом сгоняли там, людей с флажками, а все бежали сами, становились там, а мы маленькие там как-то выглядывали из-за спины и кричали. И, конечно, и табуретки это было приносили. Совершенно потрясающе. Это была центровая улица была. А Якиманка действительно была провисленная трасса, как продолжение Ленинского проспекта. И на Якиманке, на шестом этаже в доме, жил Жора Свиридов, наш одноклассник. Джонни, помните? Да, 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 да. И был прекрасный балкон, откуда все прекрасно было видно. И тот же Фидель Кастро проезжал, и тоже в открытой машине. И это был май, но в Ушанке. Но в Ушанке. И вот мы, засмотревшись, чего-то так неловко, как тот кого-то толкнул, и с балюстрады упал молоток вниз. С шестого этажа, а внизу полно народу. Мы все присели, потом спустились туда, ну, молотка до сих пор не нашли. Удивительное время, удивительный класс, удивительные судьбы. Мы не затронули... ваши личные судьбы, что случилось с вами, кем вы работаете сейчас, хотя думаю, что это не важно, потому что абсолютно. Нам больше всего хотелось, чтобы вы почувствовали атмосферу этого класса, просто посидели. Неважно, будут это веселые истории или истории грустные. Вообще, после всего того, что прозвучало сегодня здесь, в этой студии, сейчас прозвучало в студии, очень трудно что-то говорить еще. И я знаю, что... у Валерия Владимировича есть маленький музыкальный сюрприз для класса. Воспоминания, шаг за шагом, печаль и радость, шаг за шагом. Любовь придет, пахнет весной из сада, а ненависть придет за нею шаг за шагом. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Спасибо. Геннадий Викторович, я очень хочу, чтобы вы произнесли тост. Мы не виделись 40 лет. Это почти нереальные цифры. Я хочу, во-первых, поблагодарить судьбу за то, что она всем нам сохранила жизнь. Я хочу поблагодарить всех, кто отдал так много здоровья, любви, тепла, чтобы мы выросли, как тогда было принято говорить, нормальными людьми. Насколько мы получились нормальными, судить уже нашим близким, нашим друзьям, нашим детям, нашим внукам. Как гласит мудрость, делай, что можешь, и будь, что будет. И поэтому я хочу выпить за вот это слово, истинный смысл которого я почувствовал, не познал, а почувствовал только сегодня. Вот за это слово «однокашники». За вас! Жека,